Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт visasam.ru. И давайте в этом видео я вам расскажу о том, какая погода в Египте летом, о том, стоит ли ехать в Египет летом. И дам подробную информацию, которая проверена на личном опыте. Смотрите, погода в Египте летом, если коротко, очень жаркая. Если стоит ехать, то только в первой половине июня. Например, в июле, в августе даже местные изнывают от жары. А многие уезжают, например, даже в другие страны, кто живет в Египте, и также в это время стараются уехать, вот русскоязычные, потому что очень-очень жарко. Вот давайте сейчас расскажу поподробнее. Смотрите, в это время классный сезон для отдыха в Египте – это апрель-май. Уже, допустим, в июне, июль-август – это очень-очень жарко. Смотрите, если отдыхать, то хотя бы первая половина июня – погода. Согласен, средняя температура воздуха 32-33 градуса. Давайте сразу поясню, как берется средняя температура воздуха. Ночью 26, днем 40-42. Вот вроде средняя температура воздуха не особо жаркая, но днем на пляже находиться очень-очень жарко, некомфортно. И вот специально вышел вам записать видео, а так я днем не нахожусь на пляже, потому что очень жарко. То есть температура воды, например, в начале июня где-то вот классная, она в принципе 26 градусов. Температура воздуха средняя 32-33. Смотрите, если ехать отдыхать в июне, то я вам рекомендую вставать рано, например, если вы встаете в 6-7, ну вот время проводить на пляже, допустим, с 8, ну максимум до 11. Вот я, если честно, так и делаю, 8-11, где-то 10:30 ухожу домой и выхожу где-то в 3-4 дня, то есть даже ближе к 4 дням, уже на закат, когда солнце садится. Но что классно летом, солнце садится позже, то есть можно до 7 часов вечера где-то проводить на пляже, в световом дне купаться. Вот в 4 вышли, в 7 покупались, и тогда будет классно. А если вы поехали в июле, в августе, температура будет еще жарче. Средняя температура будет 36-37, днем может быть за 40, то есть 45-44 градуса. Ну, если честно, не особо комфортно, я не рекомендую в это время ездить. Многие или выбирать отель максимум с классным кондиционером, вот прям читайте, чтобы был хороший кондиционер с бассейном. Какие еще советы, если едете летом? Например, в Хургаде почти все отели находятся на первой береговой линии, на первой пляжной линии. То есть вам идти до пляжа будет близко. Шарм-эль-Шейх есть на второй, на третьей линии. В принципе, я люблю прогуляться. Для меня это не проблема. Ну, классно, что прогуляться, допустим, 10-15, но не летом, не в жару. Так что выбирайте отель к максимальной близости к морю. И, возможно, я рекомендую вам выбрать Хургаду, потому что в Хургаде температура в среднем на пару градусов ниже, чем в Шарм-эль-Шейхе. Еще в Хургаде бывают ветра, то есть она менее защищена от ветров, а летом ветра — это самое-самое то. Поэтому если ехать летом, то я вам однозначно рекомендую Хургаду, тут чуть прохладнее. В чем летом еще сложности, кроме погоды? Вы, скорее всего, не сможете посетить экскурсии или поедете в них в самую-самую жару. Потому что вот в пустыне, например, Люксор, Каир, там очень-очень жарко. Вот я был в Люксоре. В начале мая температура была днем 43 градуса, 42. Конечно, очень жарко, но чтобы это увидеть, стоит сюда приехать однозначно, хотя бы на дневную экскурсию. В июле, в августе там вообще невозможно, то есть там за 50 градусов. Вот сами думаете, стоит вам туда ехать или нет. То же самое касается экскурсии, например, поездка на квадроцикл. Классно погонять по пустыне, что из Хургады, что из Шарм-эль-Шейха организовывается эта экскурсия, но будет очень-очень-очень жарко. То есть экскурсионный отдых, скорее всего, у вас не получится, либо получится таким экстремальным. Опять сами думайте. Вот я вам расскажу еще совет, что делать, если вы все-таки поехали летом, как я вам уже только что говорил, я был, например, в Люксоре на отдыхе, когда температура была очень больше 40, и
в том числе неплохо провел время. Ну, как вы видите, давайте вот пойду так, чтобы вам было удобнее меня видеть. Вот так одевайте такую вот одежду, которая максимально защищает от солнца, то есть хлопчатобумажная рубашка, допустим, которая максимально закрывает от солнца. Обычно я еще в капюшоне так вот хожу. Просто сейчас это некомфортно, так как неудобно записывать видео, чтобы вам было лучше видно. Солнцезащитный крем, особенно если приехали в первые дни, обязательно, обязательно намажьте солнцезащитным кремом максимально. Иначе вы сгорите, и будет у вас не отдых, а тем более, когда 40 градусов, а у вас все горит, а просто одни проблемы. То есть первые дни старайтесь меньше находиться на солнце, максимально мажьте солнцезащитным кремом. Еще советы уже такие более жизненные, так я и профессионально играл в футбол и слежу за здоровым образом жизни. Пейте максимально больше воды, то есть, например, вот я сейчас выпиваю по 3 литра чистой воды, по 2 полторашки где-то воды. То есть максимально пейте жидкости, максимально старайтесь есть фруктов, полезной еды. Я купил в местной лавке фруктов, персик, апельсин, банан, вот это у меня все вышло 100 рублей всего лишь. И, ну, естественно, алкоголь днем тоже в такую погоду старайтесь не употреблять. Вот, ну и как вот, ну, давайте, например, поездки мои в Люксор, где 40 с лишним градусов была, такая же погода, как летом на египетских курортах, я скажу, как проходил мой день. Итак, я встал в 6-7 утра, многие достопримечательности там открывались, завтракал легко, легкий классный завтрак был, и ехал на достопримечательность. То есть где-то в 11 я возвращался в отель с кондиционером. У меня был классный отель, 5 звезд, кондиционер. Можете посмотреть мое видео из поездки в Люксор. Я отдыхал где-то до 3. Часа в 4, в 3 снова выходил погулять на закате. В Египте, на величественной реке Нил. И вот летом, чем можно заняться, это как раз поехать на дайвинг. Во-первых, вода в море прохладнее под водой. В открытом море просто прохладнее, чем на берегу. Плюс в это время небольшой туристический сезон, и у инструкторов есть возможность уделить вам больше времени. Вот я, например, сейчас езжу с Романом, я у него вообще один, и он мне объясняет только одному и занимается только мной, особенно первые два раза. Это очень удобно, когда ты погружаешься. Ну вот у меня четвертое погружение сейчас. Я езжу второй раз, за один раз два погружения, так что летом рекомендую вам как раз съездить на дайвинг, посмотреть подводный мир. Не будет такой толпы туристов. Вы проведете время в прохладе, не там, допустим, не в жарком городе, и получите массу удовольствия от кораллов, от красивых рыб. Ну и, естественно, как я уже вам говорил, максимальное количество воды, питья. Вот, и тогда ваш отдых пройдет более-менее. Ну вот еще смотрите, я иду по песку, вот я иду в тапочках, вот. Идти по песку нельзя, он горячий. Вот я просто говорю вам особенность, которую мало кто скажет. То есть бегом, 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 многие бегут до моря, кто забыл тапочки. То есть песок очень горячий. Вот если поиграть в волейбол на закате, ты бегаешь, невозможно. Чтобы поиграть в волейбол, поливают площадку. Вот такая вот погода в Египте. Че, я честно скажу, да я не рекомендую ехать в это время в Египет, когда есть много других направлений. Я поэтому и сам вот уезжаю в конце мая, в начале июня из Египта. И вот те, кто здесь живет, зимуют, многие, в том числе русскоязычные, как раз вот второй половине мая вот начинаются у всех рейсы 16 мая, там 12 мая, 23 мая. Кто-то в начале мая, все отсюда уезжают, потому что здесь очень-очень жарко. Ну вот, всем пока, с вами был Борис Соколов, сайт visasam.ru. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и до встречи в следующих видео. Пока-пока. Куда бы я рекомендовал поехать? Ну, много стран есть, то есть Кипр, Греция, Черногория, ну, где погода гораздо лучше, чем в Египте в это время. Поэтому я, если честно, ну, летом никогда в Египте не бываю, мне здесь не нравится, очень-очень жарко. Опять же, вы можете спросить, почему я сейчас записываю это видео, просто все границы закрыты, я тут остался до начала июля, но уже улетаю, так очень-очень-очень жарко. Пока-пока.